Система дренажа предусматривает отведение водяных масс, заполонивших верхний слой почвы. Атмосфера. Почвы, точнее. Хорошо. В результате чего произошло затопление нижних слоев. Атмосфера. Садитесь два. Садитесь два. Здание. Скажем, здание. Здание. Нижний слой. Атмосфера. Два. Excuse me, а чего там написали? Подвал. А кого он подвал? Кого подвал? Кого подвал? Его подвал. Обычно под колеса. А тебя почему-то подвал. Большой подвал. Подвал. Почва, пища. Вопрос. Вопрос. Дайте мне закончить, видите, прям процесс. Вопрос. Просто. А почему не земляная? Что значит земляная? Извините, товарищ. А почему песчаная? Песок – это та же земля. Только земля имеет в себе перегной, который… Извините? Гной. А? Который благоприятно сказывается на выращивании культурных пород растений, таких как пшеница и так далее. А чё? Ну да. Типа? Марихуана. А? Песок. Дальше. Глиняный горизонт. Чё, глины из-за горизонта не видно? Горизонт, говорю, глиняный. А-а-а. Осадки. Я считал всегда, что горизонт небесный. Вы сейчас выйдете из класса вон. Осадки. Радиоактивные. Но дождь. Радиоактивный. Хорошо. Снег. Химический. Упал. Упал, значит, он упал. Так, товарищ директор, я поставлю вам двойку, здесь крыша. Соломенная. Дождик упал и затопил долный слой. Правильно, тоже крыша соломенная. Правильно. Вода поднялась вот на такой уровень. И дом осел. Дом уже осел давно. Еще до того, как его построили. Потому что дом советский. Вода поднялась. Выхода для этой воды мы найти не можем. И забор поплыл. Из-за глиняных слоев, не пропускающих воду. Соответственно, выход один. Вода может уйти туда. Или сюда. Или сюда. И не туда. Совершенно верно. И не сюда. Поставлю вам пятерку. Но, чтобы она ушла сама, ее надо погнать. Нужно время, которого у нас нету, потому что стенки подвала начнут пропускать водичку. И как только они ее пропустят, подвальчик уплывет. Далеко? С вашим райончиком. Далеко? Да. Как далеко? Пару лет. Такую дали без продуктов. Вот. Соответственно, мы должны вмешаться в природу. Дренажные каналы роются на таком расстоянии, что? А? Или что, простите? Дренажные. А-а-а. Роются на таком расстоянии от здания, чтобы не повредить фундек. Это расстояние должно превышать глубину фунда. Это расстояние должно превышать глубину фундамента хотя бы в 5 раз. Почему в 5? Правило. А почему правило? ГОСТ почитайте. Извините, ГОСТ что? А государственные стандарты. А-а-а. Да. Читайте, там все написано. Все написано. Я здесь что? Вопрос или отвечать не стал? А для чего вы думаете? Я здесь лекцию читаю.
Соответственно, дренажные каналы смогут отвести воду. Далеко. При этом, в зависимости от глубины глиняного слоя, глиняного горизонта, и в зависимости от того, что лежит под глиняным горизонтом, в данном случае это опять-таки песчаники, мы можем пробурить скважину, и вода уйдет ровно вот сюда. Таким образом. Или в обратную сторону. Или в обратную сторону, что не имеет никакого значения. Таким образом, мы спасем наш подвал от полного уничтожения подлыми силами природы. Он сможет? По 117. 8691. Это недолго, это недолго. Окей. Вот, и на следующий раз мне сегодня не рассказать. Там вот это просто написано. На вот на 8691 странице все написано. Пшел! Вон! Так, вот так мы учимся. Здесь. Правда, все происходит, но не. Да, все, это скажу им туда. Скажи, скажи. Ну, возьми камеру. Вот, вот таким образом мы учимся. Таким образом получаем знания. Надо читать лекции. Мы их сидим, слушаем, задаем тупые вопросы. Но мы не задаем тупые вопросы. Американцы задают тупые вопросы. А мы сидим и балдеем, какие они умные. Вот это вся вот аудитория. Доски у нас работают вот так вот. Можно писать здесь, поднять ее. Писать здесь, это поднять, это опустить. Есть экраны, в которых смотрится всякая чушь. Ударился. Вот здесь то же самое. Вот и, соответственно, там. Это маленькая аудитория, которая проходит на семинарчике. Большая аудитория сейчас каникулы, к сожалению, закрыты, поэтому мы вам не можем их показать прямо сейчас. Но в течение времени. Насчет семестра. Западло, правда? Правда, западло? Западло. Западло. Вот. И мы вам покажем большие аудитории нашего университета с их прекрасными стереосистемами, с прекрасным оборудованием и вообще все по законам социализма. Ну, согласно законам гостеприимства. Хватит себя. Хватит. Так, моя камера, по-моему, требует света. А я зажгла лампочку. Что я могу сделать? Я чем могу помочь? Ну, ты сейчас что-то. А? Кирилл идет. Они все